Газ пришел в населенный пункт Крамского района, деревню Раздольную. Земельные участки здесь раздавали в том числе и многодетным семьям. Мы получили данный участок в 2011 году, мы его взяли в аренду, построили на нем дом, перевели собственность, все мы ее выкупили. И вот с 2011 года здесь было абсолютное поле, потихоньку, в тандеме с администрацией, с районной, мы его благоустраиваем. Вот свет подвели, теперь, слава богу, газ подвели. Факел с природным газом в пятницу зажег заместитель губернатора по строительству, топливно-энергетическому комплексу и ЖКХ Александр Ремига и глава Крамского района Иван Митин. Есть там 2-3 дома, вот хуторки, которые, а так вообще мы практически обеспечены, ну, 98-99% с газом. Орловская область практически вся газифицирована. Этим похвастать могут не все регионы, отметил Александр Ремига. Я могу сказать, что в целом наша область входит, пожалуй, в пятерку регионов на территории Российской Федерации, потому что уровень газоснабжения у нас населенных пунктов достигает практически 95%, сельских поселений 89%. То есть, если в среднюю взять цифру, она превышает 90%, и, безусловно, на территории России мало примеров. Кстати, 3 года понадобилось на то, чтобы в деревню Раздольную пришел газ. В планах строительство в этом населенном пункте детского сада и магазина.